Всем привет! В бета-тесте игры очередное обновление. Изменили внешний вид чудовищ. Вот такие они теперь. И в них указано, какая гарантированная добыча и возможная. Вместо драконов кентавры, огры, василиски, одно сказочное зверье. И на варварах теперь тоже, посмотрите. Не видно сундуков варваров. Будут они или нет. Сейчас попробую сходить. Так, ну здесь еда указана. Здесь у меня были старые сундуки. У них без изменений. Что-то господства я здесь не вижу. Непонятно теперь шмот господства, как бы откуда выпадать будет, если сундуков варваров нет. Плохо грузит. И вот такое предупреждение теперь высвечивается. Да, долго я до них бежать буду. Кстати, изменили скорость похода на чудовище, похоже. Сейчас гляну. Так, осадных войск здесь нет. Идти мне 50 километров. В обычной игре это за несколько секунд скорость. А тут 2 минуты аж идти. Сейчас глянем, как варвары ходят. Ну и варвары тоже, да, медленно теперь идут.
Но побыстрее, чем на чудовище. Эти вообще ползут. Что у нас на варварах здесь дают? На хотя сундуки варваров продолжают давать. Так, еще раз. Сундук знати. Если ключи варваров остались с прошлых времен, то еще сундуки даются. А вот обычного сундука нет. Печально. Очень печально. Так, здесь еще 32 ключа есть. На этом пока все. Если что, пишите комментарии.